Ну что ж, участник номер 10 сейчас зайдет на эту сцену, зайдет повторно. Под ваши аплодисменты, прибывшая из Анапы, Александра Лупакова со своими стихами. Встречайте, ребята, давайте просыпайтесь, пожалуйста, аплодисменты. У нас еще 7 участников, потом во второй десятке. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что не уходите. Александра Лупакова. Добрый вечер, да. Знаете, есть всадник без головы, там, я не знаю, есть несущая смерть, а есть прибывшая из Анапы. Зовите меня теперь просто так, прибывшая из Анапы. На самом деле, я пишу очень лирические стихи, лиричные стихи, да, очень... Ну, поэзия, в принципе, есть лирика, как бы, но... Я пишу очень такие сладкие, добрые стихи, но мне кажется, после вас я как бы... Уже не переплюну просто. У вас настолько творчество было пропитано любовью, что даже вот не знаю, как теперь подать свою. Ладно, давайте начнем. Да я шпаргалку себе сделала, не читала уже год, наверное, ребят. Я сегодня много говорю. Ты прости мне 100 пустые звуки. Это от того, что я люблю. И сейчас ты держишь мои руки. Я сегодня телом не твоя, но и душу открывать не смею. Лишь смотрю на рукавов края, по-дурацки, как дитя краснея. Я сейчас хотела бы пропасть, ветром пронестись в лесу меж сосен. Сердце сжалось, чувствует напасть. Ты сейчас, люблю ли тебя, спросишь. Как же мне с тобою честной быть? Как же не сказать и не обидеть? Правда в том, что вместе нам не быть, но умру, совсем тебя не видеть. Поцелуй. Вся пламенем горю. Руки отпустив, кричу: «Такси!» Мимо не промчись, шофер, молю. Пока он, люблю ли, не спросил. Возьми меня ночью за руку. Возьми и не отпускай. Во сне я увижу радугу. Увижу чудесный край. Увижу 3 одуванчика. И их я сорву тебе. Сожми мои крепче пальчики. Увижу тебя во сне. С тобой мы пойдем под дерево, лежать на мягкой траве. Я сердце тебе доверила. Погладь меня по голове. Давайте немножко любовь разбавим. Взрослость, когда нельзя. Взрослость, когда все плохо. Сколько бы ты ни взял, все равно будешь охать. Мимо проходит жизнь, чья-нибудь интересней. Столько причин для лжи, трудно быть просто честным. Взрослость, когда тобой 100 дверей открыты. Ветер сквозит ночной, окна надежд разбиты. Взрослость, когда мечта стоит огромных денег. Пота, усилий, труда, тихих ночных истерик. Взрослым быть не смешно, а иногда и страшно. Помню, как в детстве давно взрослым мечтал стать каждый. Следующее стихотворение я написала своей маме. Ну вот, собственно говоря, в продолжении темы взрослости, да. Заплети мне жемчужины в волосы, чтобы локоны отросли. Я устала от этой скорости, дай покоя мне, тишины. Нарисуешь мне пальцем буковку на горячей моей щеке. Я закрою глаза и будто бы угадаю, что это ще. Просто я очень, знаешь, милая, заскучала по нам с тобой. Я не сплю, но лежу сонливая, одеяло меня накрой. Ну и так как мы находимся в доме актера, да, я считаю, что следует отдать честь данному зданию, вообще этой профессии, в принципе. И завершу я свое выступление вот следующим стихотворением. Здравствуй, милая актриса, как твои дела? Улыбнулась, за кулисы роль снимать пошла. Что ты, милая актриса, погрустнела вдруг? Грим смывают надоевшие пальцы нежных рук. Как ты, милая актриса, день свой провела? Много думала, курила, в амплуа вошла? С кем ты, милая актриса, вечер проведешь? Разоденешься красиво, танцевать пойдешь. Знаешь, милая актриса, я все поняла. Нам, поклонникам, кумиры, жизнь тебе — игра. Благодарю. Это была Александра Лупакова. И это же был участник номер 10, который завершил нашу с вами первую десятку.